Проблема коронавирусной инфекции все еще остро стоит в городе Магадане. О том, для чего нужна вакцинация и что такое коллективный иммунитет, рассказали сегодня студентам в горно-строительном колледже. Сейчас новый штамм «Омикрон», вспышка которого произошла в феврале этого года, конечно, протекает не так, как первые. Студенты поделились своим видением о том, как можно себя обезопасить. Можно носить специальные перчатки, можно носить маски, непосредственно использовать несколькие антисептические средства и пытаться огородиться от людей, которые непосредственно болели данным заболеванием. О том, что самое важное следует донести до молодежи, рассказала Лейла Антропова, врач-клинический фармаколог, заведующая дневным стационаром городской поликлиники. Самое важное, это чтобы подростки и люди молодого возраста занимались профилактикой. Основной вид профилактики – это, конечно же, вакцинация для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Также было отмечено, что коллективный иммунитет при достижении 90% вакцинированных снижает риск заболеваемости. Любовь Голембиевская, Олег Калугин, Магаданское время.